дерматомикоз, анихомикоз, кератит, кандидоз. Есть решение. Оронгал – противогрибковое средство. Вот что говорят о препарате покупатели. Были грибковые поражения ногтей обеих ног и одной руки. Мне выписывали мази, которые не помогали. Я отчаялась и перестала лечить. Приблизительно через 5 лет я снова обратилась к врачу. Врач прописал капсулы Оронгал. Курс лечения, и о проблеме я забыла. Мне помогло. У меня был грибок на 6 ногтях пальцев ног, исчезли трещины и загрубевшая кожа на пятках. Очень радостно, и как бы не хотелось, чтобы все это снова вернулось. Принимала Оронгал при грибковом поражении ногтей на ногах. Это лекарство мне назначил дерматолог в медицинском центре. Врач сказала, что только наружное лечение эффекта не даст. Пропила курс Оронгала, и новые ногти отросли абсолютно здоровыми. Даже не ожидала. Прошло уже полгода, и грибок больше не давал о себе знать. Препарат выпускается в виде капсул розово-голубого цвета. Действующее вещество – этраконазол. Оронгал показан при лечении различных грибковых заболеваний – кожи, ногтей, внутренних органов, роговой оболочки глаза, а также при системных грибковых патологиях, различных кандидозах и других. Дозирование Оронгала зависит от выявленной инфекции. Препарат противопоказан при одновременном приеме внутритерфенадина, остимизола, мизоластина, сизоприда, дофетилида, хинидина, пимазида, симвастатина, лавастатина, мидазолама или трезолама, а также при повышенной чувствительности к этраконазолу. Цена на Оронгал в интернете, как правило, ниже, чем в аптеках. Ссылку для заказа препарата я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.